Следующий кто? Давайте, заходите, заходите. Можно? Да. Пока ходите, пожалуйста. О, что-то вы зачастили к Витигинагу. Ничего я не зачастила. Первый раз я к тебе, Айболит, по делу приезжала. А теперь приехала тебе морду бить. Да? Позвольте узнать, это за что же? А за то, что ты мне всю жизнь испоганил. Гнида-то городская. Позвольте уточнить. Гниды бывают не только гагатские. Вот вы, например, из села. Я вас прекрасно помню, Галя Кобыляка. Я тебя тоже отлично помню, Михаил Сергеевич. И у вас была проблема с кабанчиком. Да? А сейчас у меня проблема с соседом моим, Вальдемарчиком. При чем тут ваш сосед? При чем Вальдемарчик? А при том? Я отлично помню, отлично, что у вас была проблема с кабанчиком, да? Да. Вот. Вы хотели от него потомства. Да. А он не проявлял к этому никакого интереса, правильно? Да. Вот. И я прописал ему специальное средство. Да, свинячую виагру. Ну, что ж, можно сказать и так. Вы применили это средство? Да не успела ж я. Я ж все приготовила. Бутылку с этим свинячим средством на стол поставила. А тут Вальдемарчик прикатил. Ну, я, естественно, стол накрыла. Картошечка жареная с чесночком, помидорчики малосольные с укропчиком, курочка. Я ж к Вальдемарчику-то 3 года подкатывала. 3 года? Вероятно, по бездогожью, да? По-всякому. Я ж все красиво хотела. Ну и что дальше? Ну и то. Я отвлеклась, а Вальдемарчик взял и виагру эту свинячую и выпил. И что? Ну и то. Рванул он с места, только следы сверкали. Ну, что ж вы его не остановили-то? Так я ж впереди него бежала. Зачем? Кокетничала. Вы знаете... Боюсь даже спогасить. Он вас догнал. Догнал? Соседку мою, она в моем огороде чеснок тырила. Ну и что? Ну и то. Все в пыль. Вся грядка с чесноком в пыль. Вся моя любовь с Вальдемарчиком в пыль. Да почему же? Как почему? Ему же на этой соседке пришлось жениться. Смотрите. Хорошее средство оказалось. И какие же ко мне претензии? Как какие? Вальдемарчику это средство помогло, а мне с кабанчиком не помогло. Да ну а вы-то тут при чем, интересно? Как при чем? Как при чем? Я же на Вальдемарчика рассчитывала. А кабанчик вообще, как все мужики, свиньей оказался. Кабанчик свиньёй. Нет, ну, вы знаете, ну я-то точно кабанчик. Я вижу. Ну, просто вот так получилось, как и у вас. Не встретил еще на своем пути, выражаясь вашим языком, вот подходящую мне свинку. Так ты одинокий, чё ли? Ну, да. Простите, что вы сказали? Чё, вырвалось, само как-то. Одиноко, говорит, ну. Михаил Сергеевич. Что? Я вот подумала. Может, вы встречаете свинку свою? Может, встретили уже, но никак не можете разглядеть. Это в каком смысле? Поехали со мной в деревню, Миш. Чего ты тут одному маяться? Нет, спасибо, конечно, но я абсолютно гагатской житель. И потом у меня здесь... Кто? Мама. Маму заберем. Маму? У меня свиней по стене к нему. Свиней. Поехали, Миш. Ой. Чем ты меня так зацепил, прям не знаю. Жалко тебя, что ли, стало? Жалко. А что, для нашей бабы жалость первое дело. Пожалела. Считай одной ногой в свадебном торте. Поехали, Миша! Галя! Миша! Галя! Миша! Галя! Не напрягайте, Галя. И не надо меня жалеть. И у меня хорошая работа.
в большой фигме. И есть даже некоторые увлечения для души. Я на хой хожу. Куда, батюшки? На хой. Я пою. Слуха богов да нету. Но я стараюсь. Да, все не проблема. Да. А знаешь, какую? Колыбельную знаю. Какую? Постой. Паровоз. Не стучите. Колеса. Кондуктор. Поехали, Миша. Настаивай, цыган. Ты не могу я настаивать, Миша, не можно так? Можно. Ты меня пойми. Да. Как женщину. Как женщину. Как хрупкую. Хрупкую. Беззащитную женщину. Беззащитную. Вот представь. Да. Что я очень хочу выпить. Выпить. Вам что-то конкретно выпить? Я вам сейчас погенезу. Миш, я в таком положении, что давно уже не выбираю. Да, да. Ну я понимаю. И оставлю тебя здесь такого хорошего. Хорошего. Крепкого. Выдержанного. Это все равно, что оставить бутылку на дороге, понимаешь? Я-то, Галя, понимаю. Но поймите и вы меня, я не могу вот так вот пить, что он подвигнется. Я все-таки должен выбегать напитки. Ай, выбегает он выбирать. Что ты мне голову морочишь? Да, судя по твоему одному виду, тебе давно уже никто не наливает. Пусть так, но все говно. Ты сказал? Да все говно в смысле... Понимаете, Галь, я все-таки должен как-то, ну, захотеть выпить. Вот это я понимаю. И с этим уже можно работать. Что вы имеете в виду? Сейчас, Миша. Сейчас я тебе понравлюсь, Миша. Что вы собираетесь делать? Танцевать. Галя. Раз. И еще раз! А еще много! Много! Галя, успокойтесь! И не надо вот этого! Эх, газ, еще газ! Я этого не люблю! Да? Тогда стой вот так вот! Да! И не двигайся! Да! Сейчас будет! Прыжок пантеры прямо тебе на руки! Как? В каком-то фильме это здорово сработало! Да! Ой! Галя! Считай. Галя. Галя, успокойтесь. Ну, где? Где вы видели такую пантеру? Ладно, сама знаешь, что не пантера. Да нет. Ой, Галя, нет. Вы вполне даже еще, это вполне еще ничего, со спины в темноте. Ой. Мне все говорят, Галя, сядь на диету. А мне, веришь, мешай? Да. Легче на шпагат сесть, чем на эту диету. Галя, как вы пгавы? Действительно, на шпагат это легко. Вот просто надо каждый день по чуть-чуть гостягиваться. Не растягивается уже ничего. Я каждый год свое свадебное платье расшиваю и вставочки в него делаю. Оно у меня уже полосатое, как матрас. Ой, Галочка, зачем вы это делаете? Надеюсь на что-то, дура. Ой, Галя, как мне вас сейчас... Жалко. Ну вы не волнуйтесь, у вас все будет хорошо. Ой, Галочка, какие у вас красивые глазки. Афикуйка. Ой, какая у вас чудненькая фигуйка. А погофель, Галя, какой у вас погофель. Просто гимский. Вас можно оттискивать. Я же тебе говорю, некому тискать-то, некому. А я имею в виду оттиск на деньгах, на монетах, как импигатгицу. А, ну тоже ничего, хотя удовольствия меньше. Мне мой сосед так же вот говорил, пусть не блещешь ты, Галюня, умственными высами, но зато ты колыхаешь попой. Я убью вашего соседа! Прямо за трещину, прямо по морде, прямо с размаха. Да что это? Рыцарь мой. Как? Как он посмел? Негодяй! К такой женщине
применить такие гадкие выражения. Пролюби его. А то что ж, то я одна, беззащитная, одинокая, против него сделаю. А как хорошо было бы вдвоем. Вместе бы встречали бы и рассветы. Рассветы. И зарплаты. Галочка, как вы гавы. Ой, Галочка, мне действительно жутко надоело. И это Габота, и это мама, и этот дурацкий хой.